С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Здравствуйте, моя такая большая уже дружная семья. Сегодня ролик о том, что у нас заканчиваются средства на питание. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, ну просыпайся. А куда ж ты спряталась-то? Куда это пошла прятаться-то? Кто пришел? А чему ее жойку? Да, а кто там ленивый? Ну, подними малого. Я не буду руки холодные брать. Сейчас. Ну, вот такой дом мы им покупали. Манеж. Да, иди, моя дохлая румыш. Иди, мой хороший. Спит. Ой, да кто там красивый. Со звездой. Звезда у него на лбу какая. А чего это у нас там? А? Чего-то у нас там шерсти нету. Ой, а ты моя принцесса. Это да. Так, где самая наглая Симка? Мы уже назвали ее Симка. Вот она, Симка. Иди ко мне. Испугалась. Да не бойся, иди к маме, иди скорее. Иди, мой хороший, иди. Вот мои такие же были. Никого, кроме меня, не видели. Подожди. Сима. Ой, Сима. Ты Симочка, девочка, Симочка, да? Вот они карандаши какие. Это Лиза, это Проша. А, все, у нас Проша, Лиза и Сима. Вот тебе самая шустрая, от людей будет самая... Сыкун, да? Ай, Сыкун. Да, Симка. Сыкун. Испугалась. Да так, это надо глистогонить. Мне надо завтра привезти тебе, послезавтра привезу тебе глистогонку. Не, Катя уже купил, привезет. А, купила. Катюша, да. Надо обязательно сейчас первое, что сделать, проглистогонить. Она привезет в пятницу или в субботу она вот. Уже пора, да. Да у меня дома-то просто есть, она нахера. Она знает. Сим, ой, тетя тебя, брат, там тебя. Ой, целую. Что это? Застеснялась-то. А как же? А то самые шустрые. Они самые шустрые с нами. А будут самые сыкуны. Бусина моя. Ты бусина ты моя. Кто такой? Кто? Да ты такая бусина. Ой. Да, тетя чужая. Да. В интернет пойдешь. Слушаться не будешь. Да. Ой, да. Дянь, какой он ухаживает. Он за сестрой. Да ты мой джентльмен. В данном ролике вы увидите маленьких щенков. Новорожденных, которых в морозы, в снег подкинули к моему приюту. К сожалению, две девочки, черная и шоколадная, ушли на радугу. Как бы мы ни боролись, и на тот момент у нас тут были снегопады, пурга, метель, и мы не могли проехать в деревню, помочь как-то спасти детей, но таких детей спасать очень-очень сложно. У нас две девочки – Сима, Лиза и черный мальчик. И знаете, что очень-очень удивительно, кто со мной давно, те, вспомните, в июле, когда мы выхаживали с дочкой новорожденных щенков. Из шести у нас, к сожалению, тоже выросли только трое. И что удивительно, тоже две рыжие девочки и один черный мальчик, которым сейчас уже 8 месяцев. Это Кекс, Кейси и Клара. Да, это нелегко, но еще раз хочу сказать большое спасибо Тане, Кате, всем-всем, кто принимает участие в судьбе этих малышей. Да что ж так боишься-то? Мама, я всегда говорю, мама. Боишься. Кто мама? Ой, мой Проша, какой Проша, это красота. Лиза. Так, два предателя. У меня два предателя. Нет, во-первых, не на цепь, только дом или квартира или вольер. Да, потому нет, что нет. После такого, да. Не на цепь, нет. Симка. Симка идет, да, к тебе? Самая умная, да, Симочка. Симочка. Самая умная. Иди, Кори, иди. Да. Эти мои. Рыбы-мячики. Да, рыбки мои. Так, а что у него здесь? А? Пятнышко. Где? Она на лбу, вы не видите? На лбу пятнышко, там коросточка. Коросточка была, да, собрали? Да, я ее. Ну, это... такая родовая. Да. Ага, все, поняла. А так она все. Так, куда это ты полезла-то? Вон там к бутылкам полез. Бухать будем.
кашку кушать, да. Нет, вот да, да, за все, место все. Этого, понимаете? Так, сид, да? Сид. Не. А, нет. Ой, ой, ой. Мальчик угрей. Ну, а смотрит, кто с тобой смотрит, разговаривает, да? Смотрит. Я Проша, не... Проша, Лиза. Лиза, Проша, Проша, ну, Проша. Прошка. Еще рано, еще. Прошка. Прошка, Лизка. Ой, как смотрит Проша. Ой, а Сима-то, ой, Сима. Также вы увидите на кадрах Эрни. Немного напомню историю Эрни. Привезен был с Якутии со страшной квартирой, 17 собак. Эрни привезли мне в плачевнейшем состоянии. Собака на тот момент весила 7 с небольшим килограмм. Многие, я говорю, мои волонтеры, увидев Эрни, я не знаю, как он бедный, пронес перелет. Как его вообще, встретив в аэропорту, не повезли в клинику, те самые люди, которые очень любят животных, а отправили его сюда ко мне, в приют, зная, что у меня домашний приют, что у меня нет передержек, у меня нету ничего, и все равно собаку отправили сюда. Да, Эрни приехал, к сожалению, кости и ребра. Потом Эрни болел у нас от укуса клеща. Ну, вот сейчас это полноценная собака, в котором 24 килограмма 400 грамм. Эрни особенный. Он особенный. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то откликнулся. Может быть, кому-то Эрни у нас приглянется. Он замечательный чудо-пес, и по настоящий момент он находится у меня дома. Эрни, покажись, какой стал Эрни. Какой стал, а какая стала Ося, да? Ося, которой говорили дикарка, будь здорова. И какой стал красавец Эрни. Эрни, мальчик, пойди сюда. Эрни. Ну, пойди. Да, да, пойди. И Осенька, и Эрни. Ой, какой Эрни. Какая Ося, да? Он очень ласковый, он очень нежный. Я зову его, иногда глядя на него, я зову его блаженным. Это в хорошем смысле слова, потому что, ну, он такой какой-то вот особенный. Много, конечно, собак особенных. Сейчас вот буквально неделю назад мне позвонили люди. Это были как раз самые последние морозы. Это был с понедельника на вторник. У нас стояли еще самые жуткие 2 последних дня морозов. И в одной из деревень женщина проснулась от того, что выла очень громко ее собака. Вот. Она вышла за калитку и поняла, что за воротами, это было 2 часа ночи, кстати, и поняла, что за воротами кто-то, ну, прям плачет, кричит, орет. Она вышла и увидела щеночка замерзающего насмерть в мороз минус 27 маленького щенка. И спасибо, благодаря ее собачке. Она все-таки не поленилась, встала. Фенечка, так я назвала девочку, Фенечка. Благодаря им сразу же они позвонили ночью мне. Она знает мой номер телефона. Я говорила, какие делать манипуляции, как отогревать, как сушить. И благодаря им Фенечка выжила. Так бы этот маленький ребенок, конечно, до утра не дожил бы. Вот очередной показатель людской ненависти ко всему живому. Немного увидите кадры из нашего приюта. Ко мне приезжали Денис и Антон. Это мои дочки друзья. Вот, помогали мне в уборке приюта, играли с собачками. Ребят, я очень вам благодарна. Вот. Приезжайте как можно чаще. Я понимаю, что вы сейчас все учитесь, все заняты. Но мы всегда-всегда очень рады вам. Вот, мы всегда очень искренне рады, счастливы, что есть помощники, что вы мне помогаете, что вы не забываете. И Анечка Арзамазова, все как бы со мной, вы беспокоитесь, переживаете, пишите на WhatsApp мне. Спасибо огромное. Спасибо огромное всем-всем моим подписчикам, кто со мной общается в WhatsApp. Я очень рада искренне каждому, что вы со мной, что вы с нами. Ну и, конечно, я хочу сказать, обратиться к вам. Моя большая такая дружная семья.
Как всегда, приходится просить. Просить помощи. Помощи им на питание. Сейчас я брала мясопродукцию по 69 рублей. Буквально уже в следующий привоз, в среду, мне предупредили сразу, что курица будет 80 рублей. И это реально подорожало везде все. Я не знаю, на основании чего в России у нас магазины, наверное, сами себе хозяева. Зарплата, как говорят, в России стоит на месте. Цены поднимают не по-детски. И второй мой магазин «Дом быта», я сегодня приехала, там уже куриный набор у них по 88, закупки все подорожали на оптовых базах. И, к сожалению, вот так происходит из года в год. И иногда понимаешь, что с каждым годом все тяжелее и тяжелее, но также ты понимаешь, что ты не можешь бросить этих маленьких беззащитных существ, которых я спасла, отогрела, которых я безумно люблю, вы знаете. Поэтому я обращаюсь к вам, моя большая такая дружная семья. Помогите нам. На карте осталось у нас ровно питание на 2 дня. Все. Я очень прошу вас откликнуться каждого. Каждые ваши 100 рублей 50, вас 2000 человек народу. Каждые ваши 150 рублей помогут зайкам хорошо питаться. Без вас мы просто не справимся. У нас реально осталось денег, и с такими ценами, с увеличением, у нас денежек осталось ровно на 2 дня. Да, нас еще не так много, но если каждый из вас откликнется, каждый поможет, то им будет сытая жизнь. Не для себя прошу, все знаете, для них прошу. Плюс у меня очень много бездомышей. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.